Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с творчеством художников Лоренцо Гиберти. Итальянский скульптор, ювелир, архитектор, историк и теоретик искусства периода Кварточенто, раннего итальянского возрождения. Родился в 1378 году во Флоренции. Лоренцо Гиберти был сыном психически нездорового торговца. У отчима Лоренцо учился живописи, грамматике и ювелирному искусству. Я цитирую Википедию. В 1401 году во Флоренции гильдия торговцев тканями Артеди Калималла объявил конкурс на украшение рельефами двух бронзовых дверей флорентийского баптистерия. В соревновании приняли участие Филиппо Брунеллески, Якопо Делле Кверче, Симона де Колле, Никола Лука Спинелли и Франческо ди Вальдамбрино, ряд других опытных мастеров. Молодой Лоренцо также принял участие в продолжавшемся год конкурсе. Работа, представленная Лоренцо Гиберти по заданную тему, бронзовый рельеф жертвоприношения Исаак, по решению 34 судей, была признана лучшей. В 1417 году начал работу, которая продлилась почти 10 лет, над двумя бронзовыми панелями для купели Сиенского баптистерия, крещения Христа и взятия под стражу Иоанна Крестителя. В 1423 году стал членом братства Святого Луки, а в 1427 гильдии мастеров обработки камня и дерева. Как архитектор Гиберти работал между 1430 и 1436 годами вместе с Брунеллески над решением конструктивной проблемы возведения купола Флорентийского собора Санта-Мария-дель-Фьоре. Он также выполнил рисунки для витражей в интерьере Флорентийского собора, реликвариев для церкви Святого Зиновия Сант-Андреа в Риме. Благодаря обилию заказов был богаче, чем большинство современных ему художников. Сохранившиеся налоговые декларации 1427 года показывают, что он владел значительным количеством земли во Флоренции и за ее пределами. Делом всей жизни и главным произведением Гиберти стали бронзовые двери, северные и восточные, флорентийского баптистерия. Рельефы восточных ворот являются самыми известными. Они были созданы Лоренцо Гиберти вместе с сыном Витторе. Пластика фигур этих рельефов настолько выразительна, что великий Микеланджело, обычно скупой на похвалы, не сдержал восхищения и назвал это произведение «Вратами рая». В начале 19 века архитектором Воронихиным была создана копия «Врат рая», размещенная на северном входе в Казанский собор в Санкт-Петербурге. Рельефы были отлиты по гипсовым слепкам, хранившимся на Литейном дворе Петербургской академии художеств. Лоренцо Гиберти был коллекционером произведений античного искусства и историографом своего времени. Он принимал активное участие в распространении гуманистических идей, изучал творчество античных писателей. Гиберти интересовали актуальные для того времени научные проблемы геометрии и оптики. Он занимался изучением перспективы и теории пропорций. Незаконченный труд Гиберти «Комментарии» является ценным источником информации об искусстве эпохи Возрождения и содержит сведения, составляющие автобиографию художника. Эта работа стала основным источником для Джорджо Вазари, который составил жизнеописание наиболее знаменитых живописцев, воятелей и зодчих. Лоренцо Гиберти дожил до 77 лет, умер от лихорадки во Флоренции. Он был похоронен 1 декабря 1455 года во флорентийской церкви Санта-Кроче, где захоронены многие великие люди Италии. Еще в 1431 году он занимался проектированием своего надгробия, а в 1455 составил завещание. Вот так вкратце из Википедии о итальянском скульпторе, ювелире, архитекторе, историке, теоретике искусства периода Кварточенто Лоренцо Гиберти. Пока-пока, до свидания.